на сцену я сейчас приглашаю Эрика Асташева. Песня, на музыку которого вы уже слышали в нашем сборном исполнении. А пока тут есть еще секундочка, напоминаю и рассказываю для тех, кто не умеет читать, что следующая встреча «Живая струна» будет 12 февраля, в воскресенье, в 17 часов, и уже есть тема. Тема будет замечательная, она называется «Физики и лирики». Тут же будут песни о науке и любви, потому как на той неделе, 12 февраля, да, это между Днем науки и 14 февраля, Днем Святого Валентина. Поэтому вот вам «Физики и лирики». Готовьтесь. Подождите, иностранный язык — это на музыкальной среде. 25 января. У вас по две недели в музыкальной среде. Значит, все вы учили иностранные языки, да? На Пушкинской 9. У нас будет Дню студента «Иностранная музыкальная среда». Приветствует песни с использованием иностранных языков или просто песни о разных странах. Все просто. На сцене у нас Эрик Асташев. Добрый вечер. Должен будет упасть все равно.
Они щипают бал, они хотят, но не могут дать. Но то, что зовут они кровью, только вода. Зачем, зачем мне эта земля? Зачем мне небо без солнца и птиц? Я пущенная стрела, прости. Я не могу этот город любить. Пусть будет сердце из чистого льда. Но то, что зовут они кровью, только вода. Как много рук, что нельзя согреть. Так мимо, 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 скорей. Я пущенная стрела, и нет зла в моем сердце, но кто-то должен будет упасть, кто-то должен будет упасть, а кто-то должен будет упасть, все равно. И несмотря на тему, которую задали сегодня, я понял, о чем надо петь. В окне был один сплошной снег. Наконец-то сегодня выпал снег. Белый-белый пушистый первый снег. Очевидно, на небе, как и здесь, тоже праздник есть. Где-то там чуть повыше облаков. В эту ночь соберется круг богов. И будут пить они нектар. Проводи декабрь, год и декабрь. Прощай, друг наш, прощай. Ты был очень хорош. Твой срок вышел густой. Прощай. День я как мальчик жду, а то. Обо мне вспомнят боги наяву. И в день последний декабря чудом одарят. И я выпью крепкого. Вместе с богами до дна. Будет немного грустный тост за ушедший год. Будет наш тост. Прощай, друг наш, прощай. Ты был очень хорош.
потому что прощаю. Поэма о нашем доме, но не о, деревянном, не о каменном, а об общем доме. Я знаю. А Оля пришла не одна, но с кузнецом, как всегда. А у Вадика на гитаре нет подарков? Там же два надо. Так вот у тебя под рукой. Два надо. А Вадик на гитаре стоит? Два надо. А Вадик на гитаре спасает. Песня называется «Город ночной». Ну, о доме, как о городе, как о нашем доме. Город ночной, но не зимой, а теплым летом. Образ ночной жизни такой мне по душе. В ритме синкоп, танец он, стоп, я иду, почти танцуя, слыша уличный рэп. Я исполняю свой степ-бай-степ, шаг, шаг и поворот, словно иду на взлет. Сказочный свет, звуков букет, все отрешенно. И вижу я, чувствую я в этом во всем летнюю ночь, теплую ночь. И еще, конечно, слышу джаз, блюз и рок-н-ролл, плюс спецэффекты, хорус и холл. Я здесь словно артист, и степ-бай-степ на бис. Город ночной, но не зимой, а теплым летом. Кто говорит, что город спит, глупости это. Сюда. И ты поймешь, как он хорош, как хорош твой город ночью. Слыша уличный рэп, ты с ним исполнишь свой степ-бай-степ. Шаг, шаг и поворот, словно пойдешь на взлет. Джаз, блюз и рок-н-ролл, плюс спецэффекты, хорус и холл. Ты здесь словно артист, и степ-бай-степ на бис. Every night, every night, уличный рэп, ты с ним исполнишь свой степ-бай-степ.
step на бис. Песенка старшего наследника Зеленской Вадим Елисеев. Небольшой перерыв. Можно проветрить, налить чаю. Девочки положат еще печеньки сначала. Девочки. Да, будет добавка, не стесняйтесь. За время перерыва можно приобрести билеты на концерт «Паруса», пока не ушел Сергей Нотик. Обращаю ваше внимание, что 22 января в 19 часов в бар-клубе «Парус» Сергея Матвеенко, Москва. А цена билетов теперь динамически отличается по времени. Раньше купишь, дешевле будет. Поэтому кто уже задумался о том, что пойдет на концерт Вадима Елисеева или Сергея Матвеенко, покупайте билеты заранее, у вас будет выгоднее. Что плохо?